Это не простой автобус, а настоящий передвижной учебный класс с мультимедийным оборудованием. Например, он наглядно демонстрирует, для чего нужны ремни безопасности. Вот этому манекену по имени Гоша приходится нелегко. Он здесь специально для того, чтобы показать, что будет с человеком во время аварии, если он окажется непристегнутым. Этот автобус в России единственный и потому постоянно находится в движении. На этой неделе свои знания правил поведения в общественном транспорте здесь проверяют орловские школьники. С самого утра автобус вместе с сотрудниками госавтоинспекции направляется к детям районных школ, чтобы успеть к учащимся городских школ до окончания их занятий. Автобус-тренажер в основном предназначен для детей 6-12 лет, поэтому занятия проводятся с учащимися начальной школы. Для начала детям показывают мультфильмы и напоминают несколько правил. Когда теорию сдали на отлично, пришло время приступить к практике. Понравилось, ребят? Ребята, что у вас там происходит? Естественно, манекен Гоша, который отказался пристегиваться, сильно пострадал и выбраться из задымленного автобуса самостоятельно уже не мог. А вот ребята, которые позаботились о своей безопасности от автобуса-тренажера, получили только положительные эмоции. Мне особенно понравилось, когда торможение было, мы чуть не упали, а кресло нас удержали. Сперва было очень страшно. Надо всегда пристегивать ремни безопасности и нельзя высовывать руки и голову из автобуса. Алена Касаткина, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.